Звание «Почетный гражданин города Тюмени» – это высшая форма общественного признания и вид поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед жителями города Тюмени. Присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» осуществляется один раз в год, праздновать Дня города. Звание утверждено решением Тюменской городской думы номер 142 от 26 сентября 2019 года. Положение о поощрениях муниципального образования городской округ города Тюмени. Имя почетного гражданина города вносится в почетную книгу города Тюмени. Почетному гражданину города Тюмени в торжественной обстановке вручается диплом, лента, нагрудный знак «Почетный гражданин города Тюмени», удостоверение и ценные подарки. Также почетный гражданин обладает рядом льгот и привилегий, прописанных в положении, в том числе получение ежегодного материального вознаграждения, выплачиваемого ко дню города. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Тюмени» являются значительный вклад в развитие города Тюмени, выдающиеся заслуги в социальной, экономической, политической, научно-исследовательской, благотворительной и общественной деятельности, в сфере культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, в сфере обеспечения общественной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Тюмени. Процедура присвоения звания прописана в положении о звании «Почетный гражданин города Тюмени». Впервые почетное звание было присвоено 2 ноября 1867 года. Первым обладателем стал Евгений Богданович. Звание присваивалось вплоть до 1916 года, когда последним награжденным стал городской голова Павел Никольский. Всего в дореволюционный период звание было присвоено 8 гражданам. В 1961 году традиция присвоения была возобновлена. В том же году первым обладателем звания после его возобновления стал Юрий Гагарин. В настоящее время традиция продолжается, и ежегодно город поощряет и признает заслуги граждан, внесших вклад в его развитие. Актуальную и более подробную информацию о процедуре назначения и почетных гражданах можно найти на сайте городской администрации и на ресурсах информационной системы «Я Тюмень». Книга почета города Тюмени и книга почетных граждан города Тюмени хранится здесь у нас в Думе, на 8-м этаже административного здания. Создана и электронная версия, когда пришедшие сюда могут полистать эту книгу в электронном варианте, ознакомиться с нашими почетными гражданами, почитать о них и сделать для себя какие-то выводы.